Ульяновские театры – гордость его региона. Каждый из них имеет свой яркий и неповторимый стиль и своих поклонников. Поэтому, развивая данное направление, важно не только уделять внимание театру как искусству, но и материально-технической базе учреждений. Важность развития подчеркнул и президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании Совета при президенте по культуре и искусству. Принято решение по программе «Театр детям». Вот. Мы активно в Питере это обсуждали. Со следующего года ее финансирование увеличится более чем в 3 раза и составит 700 миллионов рублей. В федеральную программу попали сразу 2 ульяновских храма Мельпомены. Это театр кукол имени народной артистки СССР Леонтьевой и театр юного зрителя. На их развитие будет направлено 4 миллиона 700 тысяч рублей из федеральной казны и чуть больше миллиона из казны региональной. Все началось с того, что там 2 или 3 года назад Владимир Владимирович Путин собрал представителей театров, и, что важно, театров для детей и молодежи, и что особо важно, это были представители театров из регионов, то есть из провинциальных театров, потому что в Москве ситуация, ну, мы все прекрасно понимаем, немножко получше, чуть-чуть попроще. Вот. И вот с этого момента начались какие-то реальные изменения. А вот Ульяновский театр кукол начал обновление еще в прошлом году. На почти 2 миллиона рублей, выделенных по программе, учреждение приобрело новое световое оборудование. В начале этого года специально для зрителей театрала обновили свой музей. Впервые за 17 лет мы получили такую возможность благодаря программе «Театр детям». Я думаю, что это первый шаг, потому что уже не секрет, что будут транши и в этом году. И мы полностью сможем обновить не только осветительный парк, но и звуковую. Спектакли 2 театров объединили 1000 участников, десятки тысяч зрителей и несколько поколений ульяновцев. Изменения позволяют не только повысить качество постановок, но и увеличить количество зрителей. Виктория Шикова, Константин Никитин, новости Ульяновской правды.